друзья, я очень рада всех поздравить с тем, что, во-первых, вы молодцы, во-вторых, что это закончилось, правда? Все очень волновались. Да, нет, конкурсный тур закончился, дальше начинается гастрольный тур, да, дальше начинается собственная игра и то, ради чего мы здесь собрались. Ну, мне очень радостно видеть ваши усталые, но все же довольные лица. Трудно было, ну вот и нам трудно было, жюри, и мы сейчас, в общем, пришли к единому мнению. И вот такие у нас получились результаты. Премии самых маленьких участников. Серьезные премии за музыкальность, то есть за исполнительскую индивидуальность. Девочки. Исполнение полифонического произведения получила Никулина Настя. За лучшее исполнение камерной музыки ансамбль «Надежда». Абсолютных победителей, которым сегодня практически удалось все и совладеть со своими нервами, и выразить себя на инструменте, и технически быть состоятельным. Это Соколовский Артемий, Лапшин Роберт и Анастасия Никулин. Thank you.
Oh!
davvero il culto della musica. Buona serata. Gli insegnanti che sono qui, il presidente, il direttore artistico, Galina e tutti, e adesso diamo veramente inizio a questa serata. Grazie, siamo lasciati liberi di andare. Magari vediamo.